Дорогие друзья, в рубрике «Простые рецепты» сегодня мы с вами готовили борщ. Я предоставила вам возможность выбирать из среди двух, было два варианта, предложено. Это русский борщ и вегетарианский борщ. Но я вам предложила, то есть какой борщ, вы должны выбирать сами, какой борщ готовить, русский или вегетарианский. Но я вам предложила свой способ приготовления борща. Итак, значит, мы залили все это водой, нашу кастрюльку, наше содержимое. Посолили, довели все до кипения, то есть добавили все необходимые ингредиенты, и теперь, вода закипела, картофель сварился, и теперь мы можем включать, суп готов, все остальные ингредиенты, они дойдут, если даже что-то еще не доготовилось, морковь, свекла, это все дойдет, настоится и дойдет. Итак, мы выключаем наш газ, и даем нашему борщу настояться какое-то время. А я с вами прощаюсь, желаю вам приятного аппетита, хорошего дня и хорошего настроения. Увидимся в следующем выпуске.